Вот вы, друзья, думаете, что это у вас такое на экранах. А вот он ваш блогер-шмогер с новой камерой. Первый раз вот снимаем на эту камеру, называется Sony Alpha 7C. Вот такая камера, она чуть поменьше моей, вот, на которой я сейчас стримы веду. И как-то я подумал, пусть уже она там на стримах остается. Неудобно все время таскать, перетаскивать, включать. Вот, а на эту мы будем снимать нетленку на новый канал, который у нас появится. Я думаю, что, значит, заранее вам скажу, какой канал, я напишу в комментариях. Дам вам канал, там ничего нету. Вы уже можете подписаться, но с условием, что будете смотреть, потому что так просто подписываться не надо. Вот, друзья, пишу я сейчас в 4K. И знаете, что интересно? Вот у этой камеры, в отличие от той, открывается полностью, значит, ну, экранчик. Полностью поворачивается. Я вот смотрю сейчас, вроде вот на вас смотрю, а вот тут у меня экранчик, вы, может быть, видите. Вот сейчас я смотрю на вас. «Здравствуйте, друзья!» — говорю я и смотрю прямо на вас. А так вот я говорю, а смотрю вот на экранчик. Надо будет посмотреть, как это выглядит, прилично ли. Но, во всяком случае, ничего такого я плохого не делаю. Единственное, что сейчас я говорю на микрофон, который в камере. У меня ничего такого на себе нет. А так, в принципе, когда мы начнем снимать, я буду снимать с микрофончиком. Тут есть вход для микрофона, тут даже есть вход для наушников. Но я уже сам себя не буду так контролировать, если бы кто-то был посторонний. То есть приличная камера имеет всегда вход и для микрофона, и для наушников, чтобы можно было послушать. Вот. Ну, такие дела, друзья, с обновкой. Наш канал, меня как блогера, вас как зрителей, канал как то место, где нас могут ни за что забанить, чтобы знали. Это вообще это правильно, знаете, чтобы не баловался, чтобы даже в мыслях не было. Вообще народ уважает силу, даже тупую, вот, потому что сила, она не должна быть умной. Сила в основном тупая. Вот. Ну, когда тупая уже, тогда уже, что, уважаешь, да, уважаешь. Вот, друзья, так что мы со всем уважением к тупой силе. Да, вот сейчас будем снимать веселые видео. Веселые, полезные, интересные, с монтажом, со всеми примочками, там все дела. Канал я вам сейчас тут внизу, в описании к видео вы увидите канал. И, друзья, подписывайтесь, скоро, ну, может быть, через пару неделечек, мы начнем делать, ну, может быть, начнем мы с 2 видео в неделю, а там, может быть, в какой-то момент перейдем на 1 видео в неделю. Есть какие-то правила, я их не знаю, по которым каналы должны выстреливать, хотя могут и не выстрелить. Вы знаете, бывает так, вроде все сделал по правилам, там жах, а оно холостыми. Бывает. Или просто промахнулся. Тоже бывает. Но, во всяком случае, мы попробуем, поглядим, что получится. Все опыт, все интересно. А завтра, можете писать, завтра утром, вот сегодня февраль 6, а завтра утром февраль 7, я утром проснусь, собачку выведу погулять, приду так, приведу себя в порядок, сяду и буду, знаете, что делать? Буду вести урок в нашем классе для СНГ, хотел сказать русском, нет, он на английском, но класс для СНГ. Знаете, я сейчас что-нибудь такое, я подумал, я сейчас эффектный такой трюк для вас сделаю. Опа, друзья! Silicon Valley Voice. Я не планировал, но подумал, а что действительно? Любовь к эффектам, так сказать. Silicon Valley Voice. А тот канал по-другому называется. Короче, завтра с утра у меня урок. Это необычно, потому что я привык в 6 вечера вести, а здесь мы в другом часовом поясе. Вы знаете что? Уже почти 100 человек заплатили деньги. Я вообще офигеваю. Я думал, ну, человек 50 будет и хорошо. Потом подумал, ну, 60 уже и ладно. Потом подумал, ну, 70 это уже даже перебор. Потом смотрю, думаю, ну 80, ну справимся и 80. А я сейчас смотрю, уже сотня, я думаю, мать честная, что деется? Вот, в общем, такие вот интересные у нас дела, друзья. Все вам рассказал. А сейчас мы отправляемся в гости к нашим внучкам. И надо сказать, что Саша, которая переросла уже и маму, и бабушку Свету, и такая эффектная девица, там 15 лет, вот в марте будет, 12 марта. И... Значит, Саша, я накинул на нее, у меня есть такой, знаете, называется бомбер-джакет, такой
как бы куртка бомбардировщика такого, которая бомбардировщика, пилотская такая, да, там тут, с трикотажем вот тут, там и так на молнии, с карманами, тут все. Такая бомбер-джакет. Ну, моя ей великовата была, и мы подумали, я ей хочу подарить бомбер-джакет, ей очень идет, во-первых, во-вторых, ей нравится, она так все в зеркало смотрела, я думаю, все, подарю внучке бомбер-джакет. Думали, сегодня не получится. В следующее воскресенье, через неделю, мы поедем с ней покупать бомбер-джакет и все заснимем для вас, друзья. Такой будет такая шикарная, эффектная такая девушка в бомбер-джакете. Да, а я буду изображать бомбардировщика. И буду бомбить кассу своей кредитной карточкой. Все, друзья, все рассказал. А сейчас мы просто в гости к ним съездим. А может, там что-нибудь запишем, а может и нет. Ну, поглядим. Моя задача была создать первое видео, посмотреть, как пойдет, как эти 4К, как они грузиться будут. Я даже его монтировать не буду. Вот я возьму этот файл, как он есть, и вот сейчас его закину. Пока мы тут будем ездить, он к вам потихонечку догрузится. Хорошо? Счастливо, ребятки. Оп. До свиданица. Мы с вами прощаемся, а в экране меня уже нет.